think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас, как обычно, утренний обзорчик акций. Посмотрим, что сегодня интересного есть. Вроде запустили опять Парящий остров. Шанс собрать некоторых донатных героев. Некоторых я показал, как уже собирать. На некоторых серваках это просто дается на халяву. Так, что у нас сегодня? В принципе, такой себе пак. Накопление, скажем так, за донат определенный. Так, счастливые. Чарующие. Изменения. Так, понятно, все. Поехали, посмотрим дальше. Дискаунт есть. Ну, такое себе. Тихое укрытие. За 8 монеток. Это, конечно, жесть. Лучше собирать мешки зефира на некоторых серваках. Вот я показал на Тайване. Это реально делать и реально собрать за месяц, в принципе, зефира без проблем. Что не радует. Ну, на других серваках, конечно, к сожалению, такого нет. Так, поехали дальше. Новый музончик. Так, смотрим, что у нас по акциям. Большой пак. Ну, такое, ничего нового нету. Скины, все дела. Божество. 75 тысяч самов. Ну, в принципе, неплохой пак. Что-то паки такие же, как и были. Так, тут у нас скины. За мелкие это получается, можно за 30 баксов это все забрать. В принципе, довольно-таки выгодно. Вы получаете, опять же, 40 тысяч самов, 100 сменок. Реально круто. Скин на барда. И барда самое интересное. Так, вот такие вот наборы снабжения, ну не знаю, наборы снабжения с Айсом эти, конечно, вообще не сравниваются. На Айсе там реально жришка была, там по 80. А сумка зефира вторая, хоть и одна, но все равно крутая. Так, окей. С английским разобрались, поехали глянем. Тайвань. Что интересного на Тайване есть? Ну, в принципе, я думаю, тут островок вчерашнего вечера идет. Я вчера уже не заходил. Не было времени. Так. О, нифига себе. Бесплаточка с утра. Это, конечно, жестко. Так, что у нас тут? Тут все то же самое. Бард. Все герои дешевеют. Так, какие-то акции. Сейчас посмотрим, что за акции. Может, что-то интересное. Ну, это акция. Это интересная акция, но плюшки никакие. Надо открывать глыбы для следующих проходов. Так, что у нас здесь? Календарик. Не понял. А, это у нас лишь новый аккаунт с 5-го, хотя нет, подождите, с 5-го по... Я не могу понять. 5.02 по 12.02. Это сегодня? Походу, да, я что-то не припомню этой темы. 5-го, это с вчерашнего вечера она началась. По 12-й опять новый календарь запустили. Реально, жесть просто. С 5.02, да? Так, а ну-ка смотрим. Странно как-то. Так и показывают с 5 по 12. Офигеть.
Так, ну вот здесь вот островок один осколок дают, интересно. Коллекционер, ну коллекционер такой себе. Но вот это вот, конечно, интересно, как это, каким это образом здесь опять запустили повторно. Странно. Очень странно. Здесь и можно было на некоторых серваках получать плюхи раз там в 10 минут, по-моему, или раз, а не, раз в 2 минуты. Ну, это, конечно, удивило. То есть вернули обратно. Может, будет и у нас, хотя я сомневаюсь, что он у нас запустит опять повторно эту тему. Так, что у нас на немке творится? Тритонище. Базар маркет. Нифига себе, посмотрите. Монетка за один самоцвет. Ну это обалденно, реально. Мешок Огника, мешок розы. Хоть и первый, все равно. Реально тоже круто. Супер. Ну, видите, некоторые серваки реально балуют. Так, забираем плюшечки. 10-й день у нас сегодня. Судя по всему, три эмблемки. Не пришло. Да, неплохо, неплохо. Странно, что на Тайване опять запустили. Что-то я не припомню. Так, поехали на русский сервер. С 5.02, то есть это с вчерашнего вечера или с сегодняшнего утра это запустилось. Так, что у нас на русском сервере? Необычный набор, накопление. Конечно, с английским не сравнится, но и дешевле в 2 раза, но на английском однозначно накопление намного круче. Тратится выгода, и значит сегодня есть коллекционер на русском сервере. Ничего себе, рынок. Даже рынок завезли. Зефир. Подарок среды. Императорская награда. Паящий. Видите, здесь 2 осколка на Тайване. По 1 осколку дают божества. Подарочки авиары мы смотрели. Коллекционер. 5-й или 6-й раз один и тот же коллекционер. Да вы угораете, по-моему. Когда вы уже что-то поменяете? Так, окей, поехали, я открою вчерашний наш видосик. Так, я что-то забыл писать уже, какой где угадайка. Такс, 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 такс. Заходим в комментарии. Да, интересно, интересно. Такс, 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 такс. Тария, заходим сюда. Артемка, почти, да, почти. Так, окей, поехали, ролим. Бесплаточка и за 450. Гигант, циклоп, кристаллический эктоплазм. Ctrl F. Смотрим циклоп. Блин. Не попадаю. Так, циклоп, ледяной дьявол, оборотень. Немножко не угадал. Циклоп, синяя слизень, палач. Гигант они угадали, видите? Гигант! Кристаллический эктоплазм. Гиганта, но циклопа только двое.
Гиганта с холма. Никто не угадал. Вообще никто. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.